Всем привет, ребятушки! Сегодня мы продолжаем играть в Stickman Party, и я повысил уровень. Это уже 8-я часть, и мы продолжаем выполнять все достижения. Я повысился до 12 уровня и купил себе череп. Еще я выполнил за кадром несколько достижений. Бип-бип, например. Довольно скучное достижение, поэтому я не хотела показывать. 50 раз. Дальше. Веселая ферма. Тоже очень скучное достижение. Неуязвимый. Вообще случайно. Я бы его сделал, на самом деле, под ролик, но случайность. И взрывотехник. Вот это я специально сделал. Но оно прикольное, на самом деле. Но как-то не хотелось его под запись делать. И все. Мы уже больше половины достижений всей игры сделали. Ну, сейчас мы будем выполнять стиль ниндзя, танкист. Давай, так, и медаль героя попробуем. Также певец года. Это самый легкий, который я нашел. Ну, вот еще что за нубик, тоже прикольно. Только я не очень понял его. А сколько у нас десяточка? А нам нужно еще 2К, и у меня будет полный скин. Так, окей. Давайте сначала там... сначала каждый раз по традиции битва и НЛО. Все, погнали. Мне кажется, это вообще нереально. Все, я чпокнулся. Еще 2 раза. Вообще, это нереальное достижение. Но я довольно долго продержался. Я не знаю, там что-то невозможное достижение. Ну что, у меня так лагает жестко. Мне неудобно запись поставил. Так, попытка номер 4. Все, 4 попытки. Танкист. Давайте сначала мясорубку попробуем. 15 очков мне нужно. Мне кажется, сегодня мы это достижение не выполним. У меня чулка такая. У меня уже 2. Труэт. Как жизнь. Да почему ты-то вырубил его? Ты офигел? Красный. У меня патронов нет. У меня вообще нереальное достижение. У меня патроны вообще не заряжаются. Так, все. Я за 30 секунд все равно 12 уже не сделал. Давай танкист. Ну, допустим, это как-то. Спасибо. Только номер 2. Неужели так сложно сделать такое достижение? Спасибо, красный вообще, большущий. Один есть. Осталось еще 2. О, так-то будет легче. Еще один. А это навсегда даст улучшение? Где мой танкист? Где мой танкист? В смысле? Я же уничтожил 3. Что, издеваетесь надо мной? Я уничтожил 3 всех. Да пошли вы, разработчики, блин. Это вот что такое было? Карта невезучая. Что за фигня? Я всех убил. Прикалываетесь? Пошел в топ. Да за что? Не смей кра... Почему я не умею играть в эту дурацкую игру?
Что за фигня? Пошел в кого. Ну, блин, так хорошо начал. Кстати, вот это улучшение очень мне нравится. Мне очень нравится, на самом деле, ну-ка. Не, ну это что за теле... А, там уже красный, да, телепузик какой-то. Мне показалось, что красный момент. Так. Да зачем вы друг друга убиваете? Вы что, прикалываетесь? Что за фигня? Как? Так нечестно. Я это достижение сделал, оно мне засчитало. Спасибо. Я так не играю. Так, братан, иди сюда. Ты мне надоел. Не надо друг друга убивать, ну вы дурели, что ли? Спасибо. Иди отсюда. Да что синий-то, блин, зачем? Да что за фигня? Эта карта вообще нереальная. Да что за фигня? Я не попадаю вообще. Что? Спасибо, мне эти 33 не нужны, когда я 1500 могу заработать. Ну что, иди. Ну почему так хорошо начал-то, блин? Иди сюда. Да что? Завершить раунд, блин. Угу. Иди сюда. Что за фигня? Я не могу его пристрелить. А, я вообще не умею это играть. Было бы тут управление хотя бы нормально. Да зачем желтый, ну? Спасибо. Спокойствие. Это всего лишь танец. Сюда! Сюда, подъехал! Да что красный творит-то вообще? Спасибо. Такое ощущение, что это достижение вообще никогда не сделаю. Пошел в кубы. Нет, ты меня не убьешь. Я тебя убью. Последний остался, надеюсь, на этот раз не залагать. Иди сюда. А, все, блин. У меня закончилась эта фигня. Ну. Да почему не дали-то? Что за фигня? Я выполнил это достижение, вы прикалываетесь? Что за фигня? Так не игра. Дайте мне попить. О, залагали, братан. Чё я так близок был? Чё прикалываетесь? Пошёл ты. Я думал, типа, вы не догадаетесь. Ща догоню, ща догоню. Ты что, ты издеваешься надо мной, что ли? Красный.
пошел в пух. Меня тупо зажали. Давай, у меня еще есть шанс. Нет! Просто! Нет! Нет! Да вы прикалываетесь, я почти выиграл. Мне чуть-чуть осталось. Я не знаю, как можно 30 секунд пить. Но у меня как-то получалось это задание, я помню. Зачем вы ко мне пристали? Дураки, блин. Пошел пух. Чего вы за мной гоняетесь? Иди сюда, синий, ты сюда подошел. Дурдом какой-то. Отдай мне микрофон, дурак. Спасибо. Ты что? Ты что за фигня? Просто без слов. Уйди от меня. Мы трое в финале. Что все на мне? Я странно смотрюсь в этом образе. Ты что, ты тупишь? Нам нужно 20 раз победить. Я уже 10 выиграл сегодня. Еще 9. Наркомания какая-то начинается. Ты помой. Желтый здоровый. Более-менее. Домашки его. Давайте, братаны, я вам помогу. У него больше всех хп. Фигачь его. Надо ему намять бока. Потому что у него больше всех из вас хп. На тебе, дурачок. Так. Ой, что-то у меня маловато осталось. Пока я всех тамажил. Так, братаны. Нет! У меня вообще всего ничего. У красного еще меньше. Так. Главное, чтобы меня не коснулись. Опасно, опасно! Не отвали от меня, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Тихо, отстань от меня. Иди сюда. Да что за, я не могу по нему попасть. Меня просто с одного удара вынесет сейчас. Тупо. Так, сейчас попробуем. Он все равно убегает, смотрите, на него. Тут решал. Знаете. О, ну да, наконец-то я его завалил. Готов просто. Жесть, это было опасно. Так, еще восьмерка. О, сразу. Пусть они там мажутся там. Ой-ой-ой.
Я здесь лишний, я не оригинальный. Все цвета же из красного, синего и желтого получается. Оп, я гибрид, я лучше вас всех вместе взятых. О, минус красный. А у меня до сих пор ни одной не снесло. Вот я так и пролетал, а потом добил последнего. У него там вообще совсем чуть-чуть оставалось. ХП. Я до сих пор живой. Жив-здоров. Так, ну что, Украина, давайте, делитесь. Я смесь вас, в принципе. Так. Оп. Что это за догонялки? Чуть-чуть помочь сдохнуть? Тебе тоже? Я тебе помогу. Вот, в принципе, наглядный пример. Только вот не делайте, как я сейчас. Оба, готов последний. Еще семеро. Ой-ой-ой. Нифига ты меня снес. Дай, отстань. Ничего себе протамажил синего. А, ну ты что творишь-то вообще? На таранит меня просто полетел. Отстань от меня. Так, мне нужно выжить. Тихо-тихо. А, я еще полную заморозку выполню. Сегодня. А, ну что ты пристаешь-то, а? О, минус два. Сейчас минус три будет. Уху, минус. Давай, иди сюда. Иди сюда, лопушок. Иди сюда. Уху, минус три. Еще шестер. Опа. Ай, нет, не надо. Стену тебя бросил. О, минус желтый так быстро. Красный даже хп не потерял почти. Опа. О, синий, наверное, тамажился, я пропустил. Кто кого тамажил. Так, ну мы с красным примерно равны. Помню, как я обдул чувака в этой игре. Когда у меня было хп меньше, чем у него. Вот примерно в такой ситуации. У меня, вот представьте, что я красный, вот я обдул зеленого, можно сказать. Ну, сейчас-то он-то не такой профессионал, сейчас ты сдохнешь. Все. Еще пятеро. Так, я хочу нам разные скины сделать. Всем. Точнее, шляпы. Все, мы теперь все разные. А у нас эффектики закуплены, нет? Понятно. О, у нас десятка только. Окей. А нам за 12 уровень могут много дать. В принципе. Не, ну вот это вот вообще какая-то фигня. О, кстати. Ну вот это я попытался выполнить, но это очень жестко. Может, давай потанцуем, конечно, просто, в принципе, легко. Так. Войны ниндзя, продолжаем. Я выбираю именно этот режим, потому что в нем легче выиграть. Без мечей, потому что там как бы длиннее и больше наносит урона меч все время. Все, мы теперь все разные. Ай, ой, ай. Нормально, нормально. Живем, живем. Оп. 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 Крутим, вертим. Мы, кстати, уже почти все достижения, в принципе, в игре сделали. А это только восьмая часть. Ну, их просто не очень много, и они не все прям сложные. Но чувствую, вот это с инолохами был... Долго выполнять, я пока заболтался. И еще смогу спокойно слиться. Да нет, не надо брать сюрикен. Меня с одного сюрикена убьют. Что, в подавки играем? Или не совсем? Не, реально в подавки поиграл. Вот примерно на такой ситуации я и завалил чувака. Но они все в подавки играют. Еще четыре. Нате. Неплохо, мы так желтого затамали. А у меня даже хп не снеслось. Как так можно бить, что у тебя не сносится хп? Так, ну что, ты красный, самый умный, нет? Ой, затамажим чуть-чуть. Так, ну что, давай ПВП. С кем ПВП?
таранит меня желтый, а? Вот посмотрите. А! Чё, меня убили? Каким образом? Да, кстати, не обращайте внимания на меня. Я еще зомбаками пытался выполнить, типа, лучше умереть задание. 100 раз нужно зомбаком быть. Я сделал там... О, ничего себе, я себе ноги закрутил. И посмотрите, белиссимо. Я теперь кружусь и бью. О, разбутал ноги. Ну, там у синего желтым кто-то. Все довольно хорошо держится. Вот красный сейчас кто-то. Так, ну что, вы готовы, братаны? Так, красный, давай добей его уже. Смотри, живет желтый-то. Все, слился. Мне, кстати, побольше поставил, когда он начал с ним поехать. Так, иди сюда, сосисончик. Я тебя сейчас с руками просто тамажить там буду. Они будут настолько часто появляться. Я помню, у нас они потом не ускорялись, а просто они исчезали. То есть мы без сюрикенов играли. Так, по-моему, еще 3. Я сбился, по-моему, 3. В старых обновлениях. Ничего себе красного протамажил. Или это он с сюрикеном бахнулся еще. О, синего протамажили вообще жестко. Все здоровенькие, а синий сейчас сдохнет. Так, иди отсюда, мне полупрощаться не надо. Так, проводит. Опа, на тебе сюрикен, что же не гоняешь. О, как жестко сносит. Тихо, иди сюда, на тебе по башке. Есть, или ниндзя. А, это 20-й был. Все, ну хотя бы это достижение засчитали. Все, я теперь в полном комплекте своем. Так, а тебя можно зелененьким сделать? Например, хоба. Ну, уже 18 минут на ютубе. Ну, мы хотя бы одно достижение под ролик сделали. У нас 2500. Ну, о, как раз белый эффект. Пока что такой. А потом я планирую купить вот этот за 7500. Тоже беленький. Все копим. Сейчас затестим. О, блин, типа выглядит неплохо. Давай доиграем. Ну что, давай, давай. О, я выиграл. Ладно, всем пока, с вами был я, Тымка, и 8-я часть.